Всем, друзья, привет! Как у вас настроение, как дела? Пишите в комментариях. У нас сегодня пасмурно очень сильно, темно. Это я свет включила в комнате. В общем, у нас в планах сегодня готовка. Готовить будет мама ужин и выпечка. Кто хотел посмотреть выпечку, посмотрите. А то писали, то что покажи выпечку, как готовите, как что. Все будет сегодня. Сейчас я пойду в магазин Fix Price. Там надо будет купить скалку, коврик для теста, ну и еще кое-что. Потом мне мама список написала продуктов, что купить. Спущусь в Магнит и куплю продукты. В общем, смотрите. Ставьте лайки. Кому понравится, зовите друзей. Подписывайтесь. Нажимайте колокольчик. Пишите комментарии. Смотрите нас. Я поднялась в Fix Price. Хочу показать вам новиночки. Появились. На новогодние елочки, шарики, звездочки, украшения, в общем. А вон елка, вырасти ель. Елка из дождиков сделана. Вот такие елочки красивые. О. Фигурки новогодние. Так, мне сейчас нужно скалку купить, шампунь, мыло и коврик для теста. В общем, терять времени не будем. Пойду я в отдел, где продают шампунь и мыло. Ладно, выключу пока. Потом распаковку покажу, приду домой. Ну вот я поднялась домой. Пришла. В общем, коврик я так и не нашла. Скалку так и не нашла. Ну, в общем, что дома есть, то и применим. Сейчас покажу распаковку. А, я, короче, в Fix Price зашла сначала. Там не оказалось. Спустилась в Магнит Косметик. Там тоже ничего нету. В общем, пришла домой, купила продукты. Сейчас сниму распаковку и покажу вам. Купила я, в общем, минтай. Взяла хлеба, взяла подсолнечное масло, золотая семечка. Купила перец, это перец для салата, зелень, сыр. Сыр, так, сосиски будем, сосиски в тесте делать. И батон, это, в общем... Сыр купила и колбаску. Колбаску я не вытащила. Ну, в общем, взяла картошку. Пюре будем делать. Потом лук репчатый, лимон, морковку, огурчик, яйца. Взяла, не удержалась, до Нового года взяла сыну подарок новогодний. Распаковку буду делать. Видите, что там. И взяла, короче, пергамент для выпечки. У нас дома нету. Купила, в общем. Вот вся распаковка. Вроде все. В общем, дальше смотрите. Сейчас мама будет печь, а потом ужин делать.
Я, как и обещала, показываю вам. Вот мама испекла батон. Батон с колбаской и сыром. Правда, он сломался, пока она вытаскивала. Вот. Видите, колбаска, там сыр. И сосиски в тесте. Сейчас она будет готовить ужин. Рыбку. Салат она сделала. Будет пюре, рыбка минтай и салат. Вот наш ужин. Сейчас попозже покажу ужин. Готовый ужин. Процесс готовки мы не показываем, так как у нас на кухне идет ремонт. Там все разбросано. В общем, как-то так. Сейчас попозже ужин покажу. А вот и наш ужин подоспел. У нас здесь картошка пюре, потом рыбка тушеная с овощами и капустный салат. Называется трава-мурава. Капуста тут, огурчик, зелень. В общем, вот такой ролик у нас сегодня получился. Кто смотрит, ставим лайки. Подписываемся, зовите друзей. Пишите комментарии. Всем пока-пока.